Итак, дамы и господа, Илджинс против Натик, вторая игра Best of 3. G1 западного квалифайера, Висплондроид, Никс Ассасин и Магнус были забанены. Фнатик размышляет над первым пиком. Ну, здесь очевидно первый пик Бэтрайдер, то есть особо долго здесь можно и не думать. Фнатик пока что думает, может быть, есть какие-то альтернативы, то есть... 10 секунд remaining. Ну, даже не знаю. Кипер оф Лайт и Дарк Сир и так далее, но это уже не так интересно. Берут все-таки Бэтрайдера. И вот Genius. Надо чем-то на это ответить. Посмотрим, что здесь появится. Сейчас его Genius, по идее, должны показать хотя бы часть своей стратегии. То есть посмотрим, возьмет ли гирокоптер какого-нибудь, возьмет ли что-то еще. Саппорт гирокоптер в прошлой игре, скажем так, не взлетел. 10 секунд времени. Keeper of Light. Keeper of Light и Бэйн взяли двух саппортов, тем самым не показали ничего команде Fnatic. То есть есть два саппорта, саппорт достаточно сильный. В принципе, здесь ничего не понять теперь. Fnatic думает, понимает, что у них теперь два пика, и двумя пиками они покажут все, что они планируют делать, и Evil Genius смог потом добрать так, чтобы подстроиться под пик Fnatic. Очень много резервов потратили за банил андроида. Отдали Бэтрайдера, видимо, обсуждали очень долго всей командой. Минута 30 времени. Ну и здесь уже тоже начинается резерв. Так, ну кого здесь можно взять? Можно попробовать взять лайфстиллера, можно попробовать взять гирокоптер, что-то придумать. Нужен какой-то сильный саппорт помимо этого. Иначе во второй фазе рискует без них остаться. Ну и флай, минута времени всего остается. Надо бы побыстрее уже соображать. В том плане, что быстрее обсуждать, иначе времени на бан останется мало и могут быть проблемы. Вот как у Evil Genius, у них времени очень мало. Резерва. Поэтому придется реагировать на пики очень даже быстро. Так, ну здесь очень важный пик для Fnatic, поэтому им вполне позволительно потратили большинство резерва. Они понимают, что сейчас покажут стратегию, им надо выбрать такой план, который будет, скажем так, работать безошибочно. То есть даже если Evil Genius попробует контрпикнуть, секунд времени. Вот он, лайфстиллер, Шторм Спирит. Решили по накатанной. Одна победа есть в Fnatic, вот они решили попробовать комбинацию лайфстиллера со Штормом. Бэтрайдер есть, если что, прикроет. В принципе, все три лейны. Точнее, не все три лейны. Полтора лейна показали. Лансер от Evil Geniuses. И решили взять еще до банов. Так, ну и теперь Fnatic понимает, что им достаточно забанить хороших медовиков, хороших хардлейнеров. У самих все есть уже, то есть им достаточно добрать двух саппортов. То есть если UG будет весьма слабый плюс 4 к лансеру, то будет неприятно все. Можно сказать, загнали сами себя в ловушку. Они видели, что лайфстиллер, что шторм. Это достаточно агрессивный мидгейм означает. То есть они будут нападать, будут грызть, будут летать, выползать инфестом и так далее. Будут летать Бэтрайдер, если накопит на дагер. Дарксир, первый бан. Время банить команде Evil Geniuses. Шадоу Демон, чтобы не делал иллюзии лансерам. Иллюзии тоже размножались бы, было бы весьма неприятно. Ну, EG так и будут по саппортам работать. Здесь осталось два саппорта. То есть здесь и Рубик, здесь еще кого-то придумают. Флай думает дальше, кто им помешает. Дарктира забанит для начала, банит Пака. Время банить Evil Geniuses.
Посмотрим, забанит ли Темплар Ассасина в этот раз. Ну, здесь лучше Queen of Pain на самом деле забанить. То есть, чем меньше АОЕ, Темплар Ассасин, в принципе, не такая уж и страшная. То есть, ее будет поджигать Бэтрайдер, будет обмазывать стики напалмом. Ее можно будет просто раскатить. Чена забанили Evil Genius. Не хотят, чтобы был какой-то быстрый пуш, помимо всего этого. Ну, не удивлюсь, если еще и фреем появится сейчас. Хотя здесь уже, правда, игроков не хватит на все роли. Хотя, Нотейл может отыграть на Бэтрайдере, Хани на Шторме, Эра, Лайфстиллер, Трикси дадут Фурион, и будет один саппорт, но с одним саппортом играть очень даже рисково. Но Фнатик могут себе позволить, у них есть одна победа, то есть можно особо не стараться. Queen of Pain, последний бан. EG, turn to ban. То есть забанен Магнус, Дарксир, Пак. Queen of Pain — это как раз те персонажи, которые могут пойти на мид, у которых есть эскейп. То есть остались только люди, которых удобно ганкать. Понятное дело, у Лансера есть невидимость, но это все решается покупкой смока, точнее даста за 180 монет. Ну, сейчас посмотрим. То есть Фнатик просто всех героев с эскейпом перебанили, чтобы от них никто не убегал, не прыгал. И будут пытаться ганкать. Undying забанили. Вполне мог появиться, вполне с ним могли попробовать продавить Фнатик. И Джим очень даже вовремя вспомнили этого персонажа. Последнюю неделю убрали весьма часто. Так, ну и кто здесь будет? То есть нужен какой-то дополнительный пуш в идеале. Побольше контроля, побольше АУЕ для тимфайтов. Ну, Лишак сам собой напрашивается, то есть у него все это есть. Я у Естана и для пуша, Диаболик Эдикт и так далее. Как там в последнее время его совсем редко стали пикать, последнюю неделю. 5 секунд времени, Фнатик. Берут Лину, тем не менее. Лина так Лина, то есть, в принципе. АОЕ хватает на пуш и просто расчистит крипов, а уж по вышкам разберутся и так. Evil Geniuses. Вот они думают, кого брать на мид, кого взять на хардлейн. Лансер будет фармить, это в принципе понятно. Берут Бестмастера. Будет кричать на Лайфстиллера. Будет давать аур Лансеру. Неплохо. Герой милишный, но тем не менее мид отстоит, проблем быть не должно. Так, ну и последний пик. От Фнатик. Надо показывать еще одного саппорта, с которым они могут даже пойти попробовать подраться с Лансером. Лансеру не дать пофармить. Хотя, возможно, делать это не будут. Попытаются просто отфармить Лайфстиллера и выйти в мидгейм уже с армлетом и так далее. Можно бы Трайдера поставить на мид шторма в легкую, либо наоборот. Берут визажа, но это значит, что пойдут все-таки драться. Визаж поможет на пуше с фамилиарами. Ну и урон в драках даст. И Джим. Кого-то надо брать на соло лейн еще. Вот кого брать, надо придумать. Надо брать кого-то, кто помешает запушить. То есть заганкать заганкают Фнатика, запушить смогут и не смочь. Тинкер бы подошел, но на Тинкера просто летит шторм, и Тинкер просто взорвется. Сломается. Поэтому это не самая лучшая идея. Кипер Узлайт, в принципе, уже есть, то есть они топорами с иллюминейтом будут расчищать всех крипов на подходе к хайграунду, поэтому берут Клокерка. Показали свои лайнапы обе команды. Есть три милишных героя на соло, ну, не то что на соло, на первых трех позициях. Ну, посмотрим. То есть Evil Genius надо отфармить Лансера для того, чтобы победить. Без отфармленного Лансера у них ничего не получится. Это стоит понимать. И посмотрим, как Фнатик реализует свой пик. Здесь пик весьма сильный. То есть есть и стана, есть соло самшин от Нотейл. Давайте смотреть. Страна Фнатик, Флай. На линии Эра, Лайфстиллер, Нотейл. Визаж Хани. На шторме пойдет на мид, ну и Трикси закупается, пойдет Бэтрайдером стоять один на один. Судя по всему, идут на топ. На топе будет фармить Лансер, на топе надо ему мешать.
Здесь Джейн на Phantom Lancer, Abidis, Keeper of Light, Fear на Бенни, Демон Бестмастер в красном капюшоне, красная шапочка, ну и Секси Бамбы на Клокерке. Так, ну и надо сходить, поставить варды в отпул, поэтому идут. Выпускает первым на Тейла, как ни странно. В идеале, конечно, первым пускать Эру, который может вкачать Open Wounds, и можно кого-то попробовать подбить. Так, приходят. Друг друга, похоже, увидели. Сентри вард здесь поставили. Не совсем уверен, что он блокирует здесь все. 30 секунд. До начала. Расходится. Хани пошел блокировать скрипов Трикси. Побежал на ботлейн, иначе не успеет. И здесь поставили обсервер. По-хитрому съели дерево и вовнутрь поставили вард. То есть саппортом придется забираться в это маленькое пространство и там пытаться этот вард убить, и можно попробовать убить их в ответ. Пока они этим занимаются. The battle begins. Появляется хейст, это совсем хорошо, то есть можно попробовать с хейстом как-то обыграть. Ситуация, похоже, хейст отдают на тейл, и здесь сентри вард поставили, убивает вражеской сентри. Вывалился глаз на землю. Пошли искать обсервер. Обсервер пока что не находит, на тейл взял хейст, думает, с какой стороны подбежать. Видит, что поставили обсервер, сентри вардом моментально все убивает. Так, ну и сентри не осталось у визажа, то есть им теперь придется хоронять здесь свой обсервер, чтобы не задевардили. Сейчас визаж полетит обратно, моментально инфибл накладывает на эру, у нее минус 30 урон, то есть у нее 35 урона, он фармит. Урон меньше, чем у мипа. Пытается кусать крипов, но тем не менее все равно добивает. Понятное дело, игрок опытный, здесь можно подгадать. Хани стоит на ботлейне, то есть он не пошел на мид, они поменялись. На меде стоит Бэтрайдер. Бэтрайдер обмазывает демона стикнапалм. Ну, демон здесь действительно стоять будет очень даже сложно. Эра. Сейчас получит еще один инфибл. Поставлен Джей, на Джей начинает нападать. Но Тейл пока что не вкачет ничего. Вот надо бы вкачать ему хоть что-нибудь. Соло Самшин бы здесь пригодился, но пока просто напугали. Что могут, отогнали от фарма Фантом Лансера. Так, ну, на меде 3x4 лоскита, 2 деная, 3 лоскита у демона, пока что более-менее стоят. Хани, 5 лоскитов, 2 деная, секси бамбу, 4 крипа. Ну и здесь просто фармит эра. Они лансеру фарм не дадут. То есть пока не получит лансер 5 уровень, пока не появится 3 спирит ланс, пока не появится 2 элиминейт и убидиза, здесь можно себя чувствовать спокойно. Вот важно сделать так, чтобы у них эти уровни появились как можно более позднее. Сварт все-таки удалось зачистить. Постояли, поблокировали здесь кэмп. Просто телами. Ну, с вардами не получилось немножко. Надо покупать новую пачку вардов. Но курьер постоянно занят. Демон бегает. Здесь в стике на палме. Секси бамбу. Стоит подушка, фармит у Хани, лейн немножко запушился, у него два оранжевых крипа, поэтому Секси Бамбы получает спокойный фарм. Хани, тем не менее, 11 лоскитов сделал. Так, здесь нападение. Найтмар. На Нателе. Задули даже элиминейт, Лина уходит, отпивается. Кожу нападали на Лину, Нателл снимал Найтмар, чтобы его не подбили. Ну, и Джин начинает показывать, что они здесь тоже не просто так стоят. Напали в ответ, но в принципе они вполне могут подбить. То есть кидается Найтмар, летит второй элиминейт, летит второй Спирит Ланс. Вот Спирит Ланс уже второго уровня. Мана всем зальет Бидис, то есть проблем быть не должно с этим. Проблема только в том, что он первый уровень, пока что залить он ничего не может. Он сделал отпул, здесь отпул находит, радостно начинает воровать. Всех крипов здесь сейчас убьет Эра. Получается, станут кентавр, можно было попробовать как-то это обыграть под ганг всего. Никто же не знал. Ну и Эра спокойно сейчас каждую крипа добивает, то есть по опыту здесь ничего не потеряет Фнатик от этого отпула. Пытались сами отпулись, не получилось. Так, ну и Эра пошел, продал веточку, покупает ботиночек. Ботиночек купил на базе, продает. Заходит обратно в магазин, покупает уже в слот. Все, он сперва не дотянулся до магазина, скажем так. Так, ну пора нападать. Лайфстиллер сейчас получит третий. Твизажу бы третий получить, поэтому он делает отпул. Сейчас
попробует поубивать нейтралов здесь с Линой. Как только появится второй Драгонслейв, 170 ее урон, появится второй Soul Assumption, урона будет столько, что саппортов они будут просто взрывать сейчас. Однако до саппортов дотянуться небольшая проблема. Крипов сводит вместе. Здесь теперь спокойно фармит Эра. Фарм не достанется Джея. Джея 7 крипов у Эры. Давайте посмотрим, 14, 2 раза перефармливает. Но тем не менее, хоть что-то да есть у лансера. Элиминейт запустили, напугали немножко саппортов. На Тейла закончились танго. Так, ну и пора. Эра третьего. На Тейла все еще второго. Третьего Лина. Вот они ждут, когда третий получит визаж, когда вкачает свой второй Soul Assumption. Здесь поставили вард на Тейла. Пошел у него 2 центра. Он пошел смотреть. Здесь начали делать отпулы. Вот можно отпул кого-то попробовать подцепить. Скадил поставил центр и вард. То есть больше отпулов никаких не будет. Бэтрайдер включает хейс, побежал. Побежал на секси бамбу, теперь у секси бамбы большие проблемы. Давайте посмотрим, загорелся Бэтрайдер, оттаскивает его. Очень далеко вытаскивает. Притаскивает его к себе еще и Хани вортексом. И секси бамбы поставил Коги, оказался заперт двоем с Трикси. Трикси получает фастблад. Параллельно здесь начинают драться. Убили лансера, между прочим. Сперва сориентироваться не мог, приходит демон. Демон тоже с ультимейтом сейчас покричит на Флай. Флай, в принципе, и так добьют, не проблема. Флай добивает Keeper of Light, а покричать на Эру можно бы попробовать. Эра прожимает рейдж, получает Primal Roar. Пытается бежать, получает топорами, получает... В общем-то, смертельные ранения, отправляется на базу. Ну, размен очень даже неплохой. Ил Genius свои 2 килла очень быстро нашли. То есть они потеряли... Потеряли Клокерка, потеряли Лансера, но в то же время убили Лину, убили Лайфстиллера. Килл Лайфстиллера, это очень даже важно. Ну, понятное дело, потеря Лансера для них очень даже неприятно. То есть, в принципе, Fnatic, они готовы разменивать Лайфстиллера за Лансера, если это будет означать, что Лансер будет без фарма сидеть. То есть, у них есть еще 2 лейна здесь. First Blood забирал Трикси, у Трикси быстрее появится Dagger, вот у него уже 1100, 1000 золота до Dagger осталось. Ну и Хани что-то да появится. То есть скоро этот лейн станет совсем невыносим. Здесь ТС будет нельзя, потому что будет постоянно набраться перед лансом. Постоянно лететь второй, третий элиминейт. То есть сейчас уровни уже начинают получать саппорт. Keeper of Light все еще третий, но скоро получит четвертый. Вкачает второй элиминейт. Будет уже неприятно. Поэтому саппорт начинает перемещаться на ТС, стоит на миде. Трикси важная персона, он First Blood забирал, он очень богатый демон. Вместе с Бейном поражали смог, пошли. Хотят убить Хани. Хани с ультимейтом, он вкачал свой балайтник, но сейчас его подобьют, похоже, если Prime Roar использует. Ага, пошли забегать, видит Хани. Хани не подозревает, пока что к нему идут. Вот он видит, успеет ли, не успел. Вот он размахнулся, но анимация достаточно долгая. Ультимейта. Пока он пытается начать полет, его уже убили, покричали. Брейнсапом откусили. Голову. 2-3 счет. И вот Genius нашли важный килл. Ну, действительно важно, то есть оказывает давление на шторма, пока он не разогнался по фарму. И попутно, похоже, хотят еще и запушить. То есть приходит на ботейн демона. 2 уровня в энербисте, между прочим. То есть сейчас пушить они действительно будут. То есть он действительно, он максит ауру после своих топоров, и с этой аурой там уже и лансер будет быстрее размножаться, и в целом будет весьма приятно на пушах. Так, кто-то прилетает, прилетает Хани, Хани нападает на Клокерка, тянет к себе, секси бамбы очень мало хп, приходит. Приходит Трикси, получает Найтмар. Сбивает телепорт, тем не менее, успевает сбить телепорт демона, сейчас демона побьет. Начинает на нем стакать стик напалм, демон пытается просто бежать, у демона обычный ботинок, вылетает на него шторм. И Бэтрайдер находит килл. То есть Хани, несмотря на то, что сам погибал, он килл нашел. Саппорт ему купили варды, сейчас он вард поставит, теперь он в следующий раз будет видеть, кто куда выходит. Понятное дело, там был смог, то есть варды здесь не сильно помогли бы, но тем не менее. Ну и Эра здесь получает третий Спирит Ланс уже, приходит Секси Бам, сейчас они попробуют убить этого Найкса. Оп, влетает на Алину. Алин летел с Секси Бамбы, Флай думает, что делать, он сделать ничего не успевает, у него анимация достаточно долгая, то есть он даже стан
раскрутить не успел. Убили саппорта. 4-4. Сравняли счет Evil Genius. Здесь прям килл за киллом меняет. Либо дорого смотреть. Хани. 1000 золота. Так, ну и Трикси. Трикси достаточно богат. И вот у него уже появляется дагер. То есть он скоро будет оказываться во всех местах одновременно и таскать людей туда-сюда. К нему приходит Бэйн. Бэйн думал его подцепить. Ну, Трикси это видел, Трикси был вард, Трикси сейчас получит свой дагер, вот он ждет курьера. Если бы курьер сейчас уже долетел, то он бы хватал кого-то одного из них. Здесь трое людей стоят. Знаете, хотят попробовать затащить кого-то по тауэр. Лина пятого, вот бы Лагуна Блейд не помешал, но есть еще слово Самшина у визажа. Визажу не помешал бы пятый, на самом деле. То есть пора бы уже третий слово Самшина иметь. Визаж сходил, забрал варды. Секси бомба ждет. Надо сделать так. Здесь очень мало хп, между прочим, Эйра. Его все-таки прогнали с лейном. Ну, как я и говорил, то есть 10-я минута здесь. У Джея 6-й уровень. Сейчас получит 7-й. Это будет 4-й Spirit Lance. Убить за 3-й Chakra Magic. Сейчас получит скоро 3-й Eliminate свой. На лейне стоять уже просто невозможно. То есть летят Eliminate. Очень много урона летят Spirit Lance. Так, Трикси включает хейс. Полетел. Полетел, находит Клокерка, нападает, летает, Секси Бамбу оттаскивает обратно. Опять на хесте, Секси Бамбу каждый раз очень далеко от вышки оказывается. И Клокерк погибает. Нет, пока не погибает, но то добивает Хани, наконец. Подтаунтил напоследок Клокерка про консервную банку. Так, ну, у Эра действительно проблемы с фармом. Давайте смотреть, как дела по Нетворсу. Где здесь Нетворс? Как видно, первый Бэтрайдер, второй Хани, третий Эра, но ему бы быть наравне с ними желательно. То есть ему бы неплохо иметь уже скоро армлет, уже пора скоро будет нападать на всех, давить, начинать пушить и так далее, навязывать драки, но он пока не готов это делать, пока армлет у него нет. Boots of Trail опять покупает Хани. Ну, не уверен, что это самая лучшая идея. Ему бы лучше собрать быстрые орки, и они бы нападали уже очень даже смело. Хани, конечно, любит Boots of Trail, это все понимают. Оп. Эра, Финс Грейп. Есть еще Primal Roar, то есть Эра здесь гарантированно погибает, ничего не сделать. Primal Roar потратили. Ната, я все это дело видел, но сам не показывался, иначе бы 2 килла отдал. Эра, пора перемещать куда-то, либо в лес, либо куда-то еще. То есть здесь достаточно оставлять кого-то, кто будет просто мешать запушивать. И сам при этом выживать. То есть сейчас скоро Топ Тауэр будет забирать уже Evil Genius, тогда они перехватят инициативу уже на карте просто. Эра приходит на ботлейн. Здесь ходит Клокер, вот у Секси Бамбы. Три смерти уже, я его каждый раз находил. Бэтрайдер. Поставили Сентри Вард, стоят, ждут, когда кто-то появится. И наступает день, уже саппортов увидели. Крипы получили больше вижда. Видите, перемещается теперь на мид. То есть он оставляет лайнсера, лайнсер фармит. То есть пока что пушить не планирует Evil Geniuses. Keeper of Light здесь будет запускать свои элиминейты. Ну, или надо доделать армлет. Давайте посмотрим, как дела по графикам. 5-5 счет. 3000 по золоту есть у резидентов. У них в районе не 3, 2,5, где-то 2600 даже по опыту. То есть небольшое преимущество есть, но все это очень скоро изменится. Сентри поставили, видели вражеский обсервер. Вот хотят перехитрить. Лагуна Блейд есть у Флая. Есть центр еще один, то есть если подойдет поближе Джей, они его убьют. Но Джей благоразумно держится аккуратно. Сам убегает. Фармит нейтралов. Все ждет, когда у него лейн будет где-то вот за этой линией, чтобы здесь никто не обходил. У него обсервер здесь пропал, возможно крипы убили. А, ну да, крипы по пути заагрились, убили обсервер, и Джей понял, что здесь стоит центр вард, и скорее всего саппорты где-то рядом. Такой летит. Ring of Regen для Трикси. Но он, похоже, понимает, что у него есть небольшое пространство. То есть пока что никто не хочет набегать, пока нет армлета у Эры. Он спокойно фармит свой форстав. Ну, на самом деле, Fnatic следовало бы быть более агрессивным. Так, здесь приходит опять Финсгрип на Эру. Эру сейчас опять убьют. Ему
выживать не получается. Сюда прилетаешь там спирт своих бусов трейл. Здесь уже всех убили. Однако здесь уже и визаж, они пытаются разбираться. Ман не так уж много. Тем не менее, демон получает много урона. Лагуна Блейдом добивает. Шторм Спирит получает килл. Трикси уже здесь. Подхватил Клокерка. Поменяли на двоих. Но брейнсапом съели Хани. 2 в 2 разменялись. Для Evil Genius размен в разы лучше. То есть они убили. Кэрри убили. Скажем так, второго Кэрри. Шторм Спирита. Пол Кэрри. И пока все происходит, Джей фрифарм. Сейчас доделает свой барабан и нападает на топ-тауэр. Фнатик следовало бы быть более агрессивным, но они пытаются отфармить лайфстиллер, непонятно. Зачем? То есть им надо было пробовать все-таки реализовывать свои даггеры, свои инфесты. То есть пора уже заползать шторма, влетать на кого-то. Шторм, видимо, хочет свой 11 получить, то он получил наконец второй ультимейт. Начинает собирать оркид. Но уже запаздывает, пока он делал бутсов трейл, он остался без оркида, и в итоге у него теперь с маны. Небольшие проблемы всегда. Keeper of Light у них нет. Шторм прилетает на мид. И сразу же отходит, здесь надо пофармить. Но Тейл делает фамильяров. Фамильяров очень легко отдать врагам, они по 100 золота стоят. Враги станут очень даже богатыми, если фамильяров убьют. Эра продолжает упорно собирать армлет. Ну, как... Ну, в принципе, давайте посмотрим. Здесь инициативу пока не упускали. То есть у них по 4000 есть по обоим ресурсам. То есть как по опыту, так и по деньгам. То есть пока все неплохо. Золото оседает на Атриксе вместо Эры. Ну и Джей, который терпел первые несколько минут, он уже обгоняет по фарму лайфстиллера, которого каждый раз убивает. Так, ну теперь уже фамильяров пригоняет на тейл, начинает охранять на Экса. На Экс бьет крипов. Ну, говорит всем, что сейчас я доделаю это и пойдем всех убивать. Это дает время Трикси дофармить свой форстав, как я уже говорил. Возможно, и у Хани появится первый обливин став, уже скоро хватит денег. В принципе, буквально одного крипа добить осталось. Так, ну и визаж. Кого есть нашли? Нашли Клокерка опять. Клокерку в этой игре совсем не везет, он 5 раз уже погиб. Давайте посмотрим по статистике, как видно. Наибольшее количество смертей пока что у Клокерка. То есть его постоянно находит этот Бэтрайдер злополучный. Трикси ультимейт действительно потратил. Но тем не менее, Клокерк без фарма не будет таким агрессивным. То есть, как я говорил, для Evil Genius очень важно сильный плюс 4 делать. У них действительно сильный плюс 4, то есть два ультимейта, которые пробивают рейдж, они уже показали Эри, что фармить в одиночку не стоит. То есть они приходят, хватают финс гриппом, дают прайм урор, и это минус лайфстиллер. Но в то же время Клокерка боеспособным было бы иметь очень даже неплохо. Он купил себе Аркейн Бут, есть Ring of Regen, надо бы доделать меку, но мека будет очень запоздалая. С фармом гигантские проблемы, так, а здесь уже у кого-то доминатор. А нет, это... Кабанчик без мастера делает здесь таки, будет потом их убивать топорами. То есть это демон сам себе делает. Мастер эти стаки убить просто не сможет, скорее всего, пока у нее иллюзии слишком хлипкие. Натейл получает смог. Так, ну здесь остается буквально 5 сотен, у Эры появится армлет, и глядишь, что-то начнут делать. Потому что делать что-то действительно пора. Фнатик вроде фармят, вроде пока все неплохо, но уже 17-я минута, и чем дальше, тем сильнее будет становиться Phantom Lancer. Пока что у него не так уж много вещей, но он уже закупил первые компоненты на Diffusal Blade. Blade of Alacrity, купил Robe of Magic, можно сказать, половина дела. Барабан себе принес. Фир покупает Ogre Club. Сделать БКБ. Эфир будет очень даже сложно сбить его в финсгрейп. То есть финсгрейп надо будет сбивать ультимейтом Бэтрайдера. Прожали смог Фнатик. Охраняет флай. Вот думаю, что на флай сейчас кто-то нападет, и вот тогда-то они и влетят. Давайте посмотрим, как это будет работать. Эра фармит. Потом похоже. Давайте посмотрим. Ring of Regen чуть лежит на земле. Ну, рецепт на армлет все еще не нафармил. Тихонечко поедает матголемов. Так, ну и граждане смоки сходили в лес, посмотрели. Убивает волков, поставили вар за тауэр, то есть планирует наступление. Ханни
доделать свой обливин став, он, если что, на топ моментально переместится. Так, кто-то прилетает. Прилетает зеленый, это Клокерк. Оп, Трикси на киллинг спирик, кого-то нашел. Я даже заметить не успел, между прочим, лансера подбили. Притом, просветки вроде бы не было. Так, здесь. Ханин нападает на секси бамбу. Секси бамбу получает стан, получает прокаст от Лины. Лина, по-моему, ультимейт даже не тратил. Клокерк погибает моментально. У него хп очень даже мало. Летает фамильяр, дает вижен. Дает понять, что если что, будет станет всех. Ну и Трикси, 40 монет надо. Пока мирное время, накопить, потом уже можно воевать. Сейчас надо купить рецепт на форстав. Колечко у него уже есть. Так, ну это армлет для эры, это значит, что все, они начинают воевать, они сносят тауэр на топе. Ну сейчас будут продолжать, то есть дальше уже можно ходить 7 месяцев, надо вышку за вышкой убивать. Демон приходит на мид, у демона есть поинт-бустер. Демон, ну, в принципе, весьма богатый. Два поинта в ауре так и оставил. И здесь он получает 26 атак спида. Этого достаточно для того, чтобы вот они, можно сказать, тауэр добили. Приходит Трикси, Трикси откидывает демона. Получает финсгрип, здесь еще и бэй. Надо прилетать стальными телепортами рядом Джея. Джей дает спирит ланс, убивает моментально Трикси. Кто-то хотел прилететь, но... Вот он, Ханни, вот он думает, сдинай тауэр. Поставь стать скрем, чтобы видеть, что там происходит. Оп, отличный динай. Ханни прилетал сюда не зря, тауэр действительно задинайл. То есть здесь его Дженнисы остались носом. Конечно, убили Трикси. Сбили его киллинг сприт, досталось лансеру. Влетает, влетает моментально Ханя, перетягивает секси бамбы, думает его убить. Поставили фамильярами секси бамбы. Форстафом толкал. Бидис, бидис, очень богатый, но меки все равно нет. Фамильяры оживают. Спасает их Драгонслейвом. Главное, чтобы их не подбили. Ханя идет на базу, он всю ману потратил пока. Denial Tower пока. Сюда делаем. Ну, 10 секунд на Boots of Trail, он скоро прилетит куда-то еще. Так, ну здесь крипы вышку пропушили, то есть вышку свою все-таки нашли в Genesis. Теперь Fnatic отстают на один тауэр. Надо скорее там упущение исправлять. Эра продолжает фармить. Здесь сейчас скоро появится дефьюзл, осталось буквально 6 сотен. Летят центры, летит даст. Здесь гигантский стак, вот его бы забрать, но не совсем понятно, кто будет забирать. То есть даже суровать особо некому. Придется танковать все команды, можно очень сильно просесть в это время. Ханни, второй обливин став, то есть будет давать сайленс уже. Подпушивает, добивает здесь катапульты. Так, он нападает, нападает на Бидзе. Бидзе убивает. Киллинг Стори его зажал, он каждый раз подбивает с Ассампшеном. Убили катапульту, здесь лейн немножко отпушили. Приходит Фир. Фира было бы неплохо подбить, но Фир держится аккуратно, прошел краешком леса. Так, ну и Фнатик приходит на Метаур. Здесь продолжает делать стаки свои. Давайте посмотрим, получится ли. Действительно получилось, раз, два, три, четыре. Похоже, пять стаков здесь уже, если не ошибаюсь, может быть четыре. То есть там действительно много золота. Так, Найтмар, Найтмар на Флайе. Надо что делать, улетает, Трикси, Трикси напугали. И Флай остается один, Флай просто погибает. Так, не стали обыгрывать, летает секси бамбы на Тейл, на Тейл. Получает много урон, дает соло Самшн Фира, сейчас еще один может дать. Он погибает уже и сам. Получает дабл килл. Эра внимание не обращает на то, что происходит на миде, Эра фармит. Ханни был рядом с ним, то есть они прилететь не могли. Лайнстер покупает дефьюзл. Ну и Фнатик, как-то у них... Просто не работает пока что пик, то есть они очень как-то неагрессивно играли. В итоге теперь двоих потеряли, сейчас потеряют Рошана. 22-я минута, 11-10 счет. Как видно, преимущество в рейдинг пока что есть, но здесь даже в районе 8000 было по опыту, 5000 по золоту. Так, прилетает. Прилетает на фамильяра Ханни. Ханни видит Рошана, смотрит стайс крентом, сейчас будет пробовать воровать Аегис. Это действительно может получиться, однако находит его. Кидает Найтмар. Здесь уже и Трикси. Трикси нападает на Джей. Джей на ЛХП. Надо на него налетать. Вместо этого нападает на Фира. Ханни проседает по ХП. Но здесь уже Эра съедает. Съедает Бэйна, съедает Лайнсера. Ну и Рошана суровали. Все-таки Фнатик отлично отыграли. То есть они Evil Geniuses немножко переиграли. Пока здесь все смотрели на Шторма, который там сверху болтается. Шторм выкинул здесь даст. Клокерк смотрит. Хочет воровать Аегис. Влетает. Поставил Эра. Эра на ЛХП. Надо нападать.
Это Штормак, прилетел еще Eliminate. Рошан надо добить. Секси бомбы выталкивает, дали Лагуна Блейд. Рошан действительно добивает. Пошел еще бить, форстафнули. Похоже, сам себя форстафнул вовнутрь. Хотел стащить Аегис, но вместо этого погиб. В итоге получилось так, что Evil Genius просто все вайпнулись на этом Рошане. Рошана забрать не смогли, пытались своровать Аегис потом. Аегис пытались своровать вдвоем, два килла просто так отдали. Это было очень неправильно с их стороны, то есть им надо было вести себя аккуратненько. Как только видели, что есть Хани, надо было сразу пытаться либо убивать всей команды, либо просто выходить из Рошпита. Давать Фнатик возможность там пробовать драться. То есть надо было как-то спокойнее к этому относиться, а не то, что мы бьем Рошана и, в общем-то, так и будем его бить, пока не погибнем. Демон не расстраивается, у него огромный стак здесь. Смотрит птички на случай, если кто-то придет. Ну и стак начинает бить топорами. Сейчас он сделает Аганим. С Аганим будет попроще. Хани покупает Оркид. Ну, Фнатик, они Рошан добили, они получили много опыта, много золота. Плюс получили очень много опыта скиллов со всех, то есть теперь у них преимущество должно хватать. Ты их укорял в том, что у них не очень все получается. Что вот вроде бы и Рошана дали, но тем не менее, респаун таймер очень быстрый, все постепенно подобрались. К Рошпиту. Эра. Делает Линкин Сфер, он хочет, чтобы в рейдже его ничем не подцепляло. То есть он прожимает рейдж и получает туда Prime Aurora. Prime Aurora уходит в Линкин Сфер, однако Эра не рассчитывает на то, что пока он без рейджа, его, в общем-то, могут оставить без Линкина. Сгорев, полетел Трикси. Трикси видит, что есть так. Нападает. Нападает на Демна. Демна будет тащить, но форстав все-таки есть. На Демна нападает, дали Моркет. Сбросили на речку, Демна убили. Хани, Финсгрип поймали. Хани погибает, однако у него была Эгис, моментально здесь убивает Кипрозлайта. Хани восстает из ада. Вылетает обратно, убивает своего обидчика Клокерка, получает Найтмер. Убить никого не получилось пока. Найтмер с него снимает. Фамильяром, похоже, сняли. Да, фамильяры были Найтмеры. Ну и секси бамбы Хани притягивает. Здесь постальный эфир отпивается, пытается принцапом бить Лину, но не получается. Минус 4. Обменяли на Эгис и Evil Genius. То есть Evil Genius с 4 погибли, только выбили Аегис из Хани. Пытались драться, пытались отомстить за Бестмастера, думали, что смогут здесь что-то делать, но сделать ничего не смогли. Продолжают допускать ошибку за ошибкой, вот как я и говорил, Evil Genius этим знамениты, что либо друг за друг горой, и в итоге потом получается так, что один по одному погибают, как сейчас произошло. Ну, либо на Рошане что-то невероятно устраивают. То есть, как видно, здесь моментально к 15 тысячам приближается по золоту, за 15 уже перевалило по опыту, Фнатик просто начинает доминировать всю карту. Сейчас появятся дополнительные слоты, Эра доделает свой Линкин. Шторма 3200. Все очень богаты, здесь форстаф уже есть, то есть, похоже, тоже Линкин сделает Бэтрайдер. На Тейл. Хватает почти золота на барабан, сейчас скоро соберет его. Ну, Лина 1800, он скоро сделает дайгер уже себе, то есть он собирает блинк. Не то, что собирает, копит на блинк. Сейчас убьет до 7 медведей. И останется всего ничего. Вот осталось 150 монет. Пока что отходит на базу. Что такое летит? Летит рецепт на барабан для Натейла. Получает даст. Забирает курьером. Не хочет даст, видимо. Так, ну Эре нужен еще Персеверенс. Линкин Сфер дорогой артефакт. При этом урона он дает не так много, как того хотелось бы Лайфстилеру. Но в то же время поможет ему просто выживать, ему достаточно просто кого-то кусать. Ну, Лансер. Дефьюзал доделал, после того, как он доделал, у него черная полоса началась, погиб два раза. Докупает, тем не менее, компоненты на Яшу, то есть будет собирать свой мотостайл. Пробовать. Трикси опять хейст. С хейстом ему везет в этой игре. Эра потихонечку выходит на мид. Пора уже на тир-2 ТВРа нападать. Аегис, конечно, потратили. Без Аегиса не так приятно. Так, Флай все-таки форстаф решает сделать. 1000 золота осталось. Можно потратить уже на рецепт, иначе потом погибнет уже. Ага, приходит. Приходит целиком Evil Genius. Барабаны прожали. Демон покричал на Эру. Эру сейчас хватит финсгрипа. Нет, не стали хватать. Влетел Клокерк, Эра спасается, спасает скрипа, здесь уже Хани.
Кани прилетел. Лагуна Блейд, Секси Бамбы, пока что все живы, Секси Бамбы. Очень мало хп, влетает Кани. Улетает обратно. Соло Самшин есть, замедляет Фира, летит Соло Самшин, Фир на ОХП, влетает Рикси, хватает демона. Фира добили. Демон оказался в гуще событий, но и демон погибает. Лайфстиллер добили, он здесь ползал на ОХП. Но тем не менее, это минус 3. Гонит дальше. Прогнали Бидиза. Тир 2 Тауэр можно забирать. Вот, пострелит фамилиарами. Флай доделает форстав. Ну и Кани купил себе ультимейт орб, скоро уже доделает сайт Вайс. Элиминейт прилетел, но Элиминейт никого не напугал здесь. Вышка достается Лине, как ни странно. Лина на лоу хп, вот им бы неплохо все-таки купить мекку кому-нибудь. Либо хотя бы урну какую-нибудь собрать. Допустим, на Тео может собрать урну, было бы очень даже неплохо. Покупает гейм вместо этого. То есть в следующий раз будет уже пытаться находить и лансера вместе со всем этим. Лансер на топе ведет свою армию иллюзий, пытается пропушить. Так, здесь, видимо, покупает Персеверенс кто-то. Нет, не хватает на Персеверенс цели. Персеверенс покупает Хани вместо этого. Хани тоже Линкен сделает. То есть он не стал делать сайт Вайс, вместо этого собирать Линкен. Ну, в принципе, на самом деле, неплохой выход. Два дизейбла, это, конечно, замечательно. Точнее, три, учитывая, что есть еще и Вортекс. Но если самого покричат, он будет моментально погибать, и делать этого не хотелось бы. Меняется здесь Дастом каждый раз. Гем получает Хани. Даст получает на Тейл. Так, ну здесь фамильяры охраняют крипов, приходят, поплевывают в них. Фир сидит здесь в западне. Демон получил свой ганим, вот теперь у него рейндж крик очень даже большой. Хотят кого-то найти, вот он псичка разведает. Смотрит, где все. Флай, форстав, смог. Есть один вард, обсерверов, похоже, нет никого, давайте посмотрим. А нет, у визажа есть два обсервера, то есть они могут прийти на топ здесь, поставить вард и начать убивать всех. Эр наконец доделал свой Линкен. Линкен и Ухани. То есть уже можно нападать. Давайте посмотрим у Трикси. Здесь он немножко запаздывает по таймингу Линкинга. Но, похоже, тоже несет. То есть три Линкен фер. И сингл таргет дизейбл. Точнее, не сингл таргет, прям таким. Дизейбл, который именно сбивается Линкен фер. То есть и Найтмар будут сбивать. Будут сбивать Финсгрип. Понятное дело, одним инфиблом здесь не отделаешь. Здесь больше сбивать, ну, моноликом разве что. Сбивать моноликом, сбивать перед лансами и так далее. То есть перед каждой дракой надо будет Evil Genius обрабатывать всех участников драки. То есть сбивать всем Linkin Sphere, потом уже инициировать. Ну, понятное дело, они на это время не смогут выделить, потому что как только кто-то сунется сбивать Линкен, его сразу же поймает Хани. Можно еще и БКБ даже сделать сверху. Там бьет Тир 2 Тауэр. Здесь к Тир 2 приходит Evil Geniuses. Фнатик могут продолжать, в принципе. Они отправляют Рикси на ботлейн, если что. Трикси здесь более-менее отпушивает. Но теперь без Трикси они на топе не могут запушить. Они оставляют здесь вард. Но будут ждать, когда кто-то покажется. Evil Geniuses остаются на ботлейне, они хотят попробовать подбить этого Бэтрайдера. Это вполне реально. Трикси не видит, кто где на карте, поэтому надо бы держаться аккуратнее. Здесь ведут птичку, надо давать вижен. Посмотреть, есть ли еще телепорты какие-то. Трикси идет дальше. Надеется на Линкен Сфер свой. Дает себе вижен аккуратно. Держится, боится. На карте никого до сих пор не видно, поэтому Трикси сейчас погибнет. Несмотря на Линкен свой. Видит Бидзен. Не успел улететь, то есть сбили моментально моноликом, сбили Линкен. Прилетает Хани, здесь уже и Финсгрип дали, то есть Трикси погибает, но он даже сказал, чтобы... Не то, чтобы сказал, здесь, похоже, крипа убили, поэтому Хани не прилетел. Ну, и вот Genius терпеливо ждали, дождались. Трикси себя повел немножко неосмотрительно, то есть им надо бы к своим бежать ко всем. Им на помощь просто прибежать, никто прилететь не успел. Новый Рошан. Полминуты, как раз вот Трикси погиб перед Рошаном, это не слишком удобно. Давайте посмотрим, есть ли байбек. Нет, на байбек не хватает, 4 сотни. Нетворс первый, Шторм Спирит. 2000 золота есть у Хани. Так, ну и надо защищать здесь варды. Полетает, ставит, значит, скрейм, убивает. Вражеский обсервер.
Было бы неплохо на хайграунд зайти посмотреть, но там могут быть враги уже. Фамильяр им тоже проверять не хочется, фамильяр. Очень легко убить фамильяров. Ну вот так вот, 34-я минута, 23-12. По графикам, как видно, к 20 тысячам все приближается. Здесь за 25 перевалил уже по опыту. То есть теперь Фнатик надо спокойно, без спешки, забрать Рошана. Приходит уже Трикси. Вот сейчас, если Рошана заберут, то можно будет уже заходить на хайграунд. Последний тауэр здесь остался внешний. Они сходили, посмотрели, что Рошан действительно живой уже. Приходит отпушить на меде немного. Ага, видишь, что на топе очень много людей. Вот как раз эти люди убивали их варды. Можно попробовать здесь влететь на кого-то. Ну, вард поставили, моментально убежали все. Лайфстиллер заползает в Хане. Хане показывал себя крипам, но здесь уже все на базе. То есть надо в рожпит быстрее бежать. Надо уползать лайфстиллером. Но пока что, видимо, хотят обмануть. Делает вид, что нападает на Рошана, на случай, если здесь есть варды. Но Эр уже выползает и действительно нападает на Рошана. Загорается Трикси, Трикси дает вижен. Убивает. Когтисмастер убивает его поросенка. И поросенка кабанчика. У Хани есть регент, поэтому он не боится, танкует. Эр сбрасывает с себя агро каждый раз. Ну и Рошан хп здесь не так уж и много осталось. Бидис проверяет элиминейтом. И отбрасывает обратно. Выходит из рошпита. Хани включает реген, но нападает на Бидис, включает оркет. Бидис моментально погибает. Нет, поражал госсептор, между прочим, надо продолжать в нем влетать, но из-за госсептора он получил больше урона от Amplify Damage. От оркида. Пока происходит, Джей забирает топ-тауэр. Рошан они потеряли уже. Джей далеко. Типа розлайта нет, чтобы призывать лансера. Это был правильный выбор от Фнатик, что они увидели его, его подбили. И стоял вард, как раз думал. Не видно, но оказалось, видно очень даже неплохо. Трикси запрыгнул. Здесь был демон чуть было не подцепил. И ботом тауэр under attack. 200 уэра, 1500 бетрайдера Хани. 3400 аж. Хани возвращается в Boots of Travel, сейчас он отпушит немножко лейн. Пока что пуша бараков не будет, пока что надо всем прохилиться, надо еще какой-то слот купить Эри. Эггис достался Хане. Ну, действительно, он первый по нетворсу, у него все очень даже неплохо. То есть теперь он сможет продать бутылку и собрать уже и сайт Вайс, либо БКБ. Посмотрим, что выберет. БКБ здесь не слишком интересно, учитывая, что какие здесь ультимейты. Здесь именно масленкин сфера действительно спасает. Секси Бамба купил себе Hood of Defiance. В раннюю игру очень много погибал, вот у него 9 смертей. Тем не менее, стало чуть-чуть поплотнее. Хани пропушил немножко лейн, Джейм сделал себе монтастайл. Вот надо до следующего слота уже все запушить. Пока у него не появилась карта Тараск. Что-то купил себе. Лайфстиллер несет башу в себе. Ну, Фнатик пока что подфармливает. Видимо, ждут, пока Хани купит себе БКБ, либо что он там себе покупает. 4600 золота, БКБ стоит 4900. Точнее, наоборот, 3900, по-моему, стоит. То есть на БКБ уже хватает, если бы он его хотел. Но, возможно, хочет что-то еще. Может быть, копит действительно на сайт Vice. Это было бы оптимальным решением. То есть как только находит настоящий лансер, когда он прожимает свою невидимость, на него нападает, вот он допивает свою бутылку, ну и сейчас ее продаст, судя по всему, продает бутылку, покупает здесь. Покупает Mystic Staff. Хватает еще и на Ultimate Orb, можно потратить деньги, но деньги оставляет пока на выкуп, если понадобится. Mystic Staff дает побольше урона, как видно здесь, по 200 они уже настреливают. Плюс урон с оверлода, плюс 90 урона. Так, летит, здесь нападают, схватили Секси Бамбы, прилетает моментально Хани. Секси Бамбы уже погиб. Финс Гриппинг кого-то держал эфир, эфир получает оркет. Моментально погибает эфир, притягивает еще и Джея. Джея, собственно, Фантом Лансер. Бежит, пытается выживать, его бы добить. Драгонслейвом просто АОЕ добили. Покричал на кого-то там демон, демон оказывается зажат. Выкупает Лансер, пытается что-то сделать, его угоняет обратно в фонтан. И гем лежит на земле, гем надо забрать либо убить.
Убивает Гемхани. Ну и очень резко все просто так взорвалось, скажем так. Хани подожил одновременно Spirit Lance, еще и прогнал Кипровзлайт. Кипровзлайт здесь сдувает своим лимитом. На Тейлу это не страшно, у него 4 уровень Грейв с Киперсколком. Приходит иллюзий лазер, вот иллюзий стоило бы бояться. Хани останется сейчас без мана от иллюзий. Но нападает. Нападает на Абедиза. Хани на лав КП, там Аегис не стоит забывать. То есть секси бомб прилетел, выбил Аегис, но сейчас станет Хани и продолжит. Убивает одного за одним, происходит просто какая-то мясорубка. Фира опять получает сайленс, летит за ним Хани. Хани продолжает его убивать. Проки торкет, получает урон. Погибает Бедис на лов КП, здесь грызут. Грызут Джей, Джей съели. Съели Бедиза. Даблкил у всех. Покричали напоследок на Хани. Хани погибает, Хани выкупается. Сейчас пролетит на своих бусов тревел. Отправляется. Уже на базе влетает и демона убивает сам. Трипл килл получает Хани. Все мертвы, выкупается демон обратно. Демон не хочет проигрывать. Здесь буквально за минуту произошло сразу столько всего, что и вот Genesis уже кучу киллов надавали. 34-15 уже счет и теряют сторону. Сторону потеряли, можно попробовать запушить и вторую. Хани пока что танкует, можно танковать фамильярами даже. Приходит, начинает Грейс Тауэр. Ну, главное сейчас не совершить ошибку, не погибнуть за барак. Если за барак погибнет, то мало ли что. Хотя здесь такое преимущество уже, за 25 тысяч, за 30 уже перевалило. 40 приближается по опыту. Давайте посмотрим, как здесь по уровням. 23-й, 20-й, 19-й, здесь 12-й, 13-й саппорт, все 15-й демон. То есть Хани может просто влетать и все руки всех переубивать. Ему урона хватает. Просто за счет того, что он в разы выше уровня. Находит реген. Можно вернуться. Регенит себе ману. Сейчас кого увидит, того сразу же убьет. У него ману пока восстанавливается, можно полетать. Потом крипом увидел, что приходит Кипровзлайт, сейчас полетит на него. Летит. Сперва Рошпит, это реген, себе еще немножко маны на случай, если собьют. Посмотрел, вдруг там кто-то поджидает. Краулит это Кипровзлайта. Не решился все-таки Хани. Доделал сперва сайт Вайс. Реген заканчивается, выползает Эра. Эра накатался. Видимо, укачивает. В шторм спереди кататься. Ну и вот так вот, 41 минута, двух сторон не досчитались. Evil Genius пытается пройти поток, все сломать. Либо просто отфармить что-то, купить лансером. Лансер апгрейд на слой дефизл. Байбек трасил, давайте посмотрим. Здесь байбеки, очень много байбеков потрасили Evil Genius. Ну, выкупался и на Тейл. Выкупался и Ханни. То есть, если сейчас внезапно выиграют драку Evil Genius, то будет все очень даже неплохо для них. Они, скорее всего, сторону пропушат. Ну, драку надо сперва выиграть. У Хани сайт и Вайс. У всех Линкин Сфера здесь, то есть драку выиграть будет проблемно. Приходится перемещаться обратно на базу, надо базу спасать же. То есть просто пропушил лейн. Ну, сейчас Фнатик пойдут отпушивать и сами собой упрутся здесь в последнюю сторону. Трикси 5000. Не знаю, что покупать. Можно купить Харт Тараск, можно купить Блэкинг Бар, но Блэкинг Бар мы уже обсудили, здесь не слишком полезны. Трикси пошел за слотом, судя по всему, можно продать бутылку. Можно сайт у вас очередной собрать. Можно карты Тараск просто бегать и хамазывать с тихинопалмом, а регенится каждый раз. Находит невидимость. Включает невидимость, пошел на поиски жертвы. Рядом Эра. Эра мог бы заползти инфестом МП-трайдера, но не стал, у нее Хани лучший друг, судя по всему. Сейчас найдет Хани, в него, может быть, заползет. Так, ну и затишье перед финальной дракой. Evil Genius стоят, отбивает базу. Здесь рецепт на БКБ, купил себе фир. Золота не хватает. Медальку секси бамбы. Влетает Трикси, влетает, хватает демона. На демон моментально спускает Лагуна Блейд, спускает, в общем-то, все, моментально его убили. Хани влетел на Фир, Фир дал сайленс. Фир размахивал лапками, погибает. Погибает уже и Клоукер. Джей получает догонку в Soul Assumption. Сейчас все его иллюзии здесь убьют, иллюзии очень даже хилы. Продолжает пускать Spirit Lance, сбивает Линкин Сфер, тем самым новых фамильяров вызывает визаж. Где они здесь? Нет, фамильяр, вот они. Так, ну и Джей здесь бегает, сбивает
В очередной раз Линкенсфер, ну и на него нападают все вместе. Напали, убили, убивают. Теперь же Абилизи выкупается. Фантом Лансера, он оказывается один. Нападает, всех убивает. Good game well played. Джей пытается бежать, действительно убегает, спасается. Ну, Фнатик побеждает, 2-0. Evil Genius сдаются. Не пошла немножко игра, ну, сами виноваты, собственно. Они брали Фантом Лансера, брали в первых пиках. И напросились на агрессивную игру. Ну, признаться, игра вот первые буквально минут 20 была не настолько агрессивной, как хотелось бы, но, тем не менее, несмотря на все размены, Фнатик все выходило весьма неплохо. То есть они каждый раз разменились так, что по деньгам, по опыту, всегда были выигрыши. Подбили здесь Фира. Покричали в ответ на Флая. Ну, у Флая, пожалуй, единственный нет Линкенсфера. Вот он хотел доделать, но не успел, похоже. Ханим говорит good game. Улетает, нападает. Добили Бэйна. Бьют Бейзи за того Госептор. Ну и доламывает Эншин. 2-0. То есть Evil Genius перемещается в Узербрейк. Там они, скорее всего, будут воевать с Team Liquid опять. Возможно, сдвигнется, не знаю. Посмотрим по сетке потом. Ну а мы же 16 часов по Москве, это буквально через полтора часа, будем смотреть Натус Винцеры против команды Альянс. Тоже Winner Bracket, тоже достаточно интересный матчап. Два фаворита, можно сказать, европейской сцены. До встречи через полтора часа.